Если мы говорим о красоте, в идеале, конечно, когда, вот опять-таки, в человеке все есть, все хорошо. Как там у нас еще говорил Чехов, по-моему, да, и душа, и мысли, и тело. Ну, это, конечно, редко встречается, но я думаю, что каждый человек должен над этим работать. Он должен самосовершенствоваться. У нас, конечно, сейчас очень многие, особенно если мы говорим, там, допустим, о мужчине и женщине, мужчины-визуалы, они любят все красивое, но бывает даже не понимая, что над этим, за этим стоит. А девушки, они все хотят быть красивыми и не понимают, что просто уже красотой не удивишь, что нужно быть там в чем-то особенной. Либо в себе какое-то качество открыть, либо заняться тем делом, которое там будет и пользу приносить, и будет интересным. И ты тогда просто будешь и друзьям своим, и семье, и обществу интересен. Я думаю, так.